В Марокко прошли многочисленные акции протеста после трагической гибели 31-летнего продавца рыбы. Инцидент произошел в городе Эль-Хасейм. Мужчина попал в автоматический ковш мусоровоза после того, как бросился спасать конфискованную городскими властями крупную партию своего товара. Марокканец получил серьезные травмы и скончался. Трагедия произошла на глазах у многочисленных свидетелей. Фотографии мужчины мгновенно распространились в соцсетях. После его похорон манифестации прошли в Касабланке, Марракеше, Рабате и других городах. Активисты потребовали провести справедливое расследование и наказать виновных.